Всем привет! Сегодня мы на крафтовом фестивале. Наливают пиво, люди в качестве скакалках, овчинников снимают, толстенький мой друг. Вот что прекрасно, Татьяна. Паш, ты очень хорошо сказал, а еще здесь поют наши коллеги. Друзья, всем привет, меня зовут Антон Ижеблодин, я один из организаторов этого замечательного фестиваля, где мы сейчас находимся. Собственно, это первый приканский фестиваль, который называется Craft Fair. Сегодня здесь у нас более 20 пивоварен, более 30 сортов крафтового пива приехало в Ижевск. Посетить обязательно стоит по той причине, что больше вы нигде и никогда столько не попробуете. Это наше первое пробное мероприятие, скажем так, и цель его показать городу Ижевску, что тема крафта, она еще до конца не раскрыта, еще будут раскрываться многие годы или года, не знаю, как будет правильно. Ну и, блин, надо пробовать, надо развиваться, хватит пить просто обычное пиво. Давайте будем получать от этого максимальное удовольствие, наслаждаться этим и будь всегда с нами, собственно, на одной волне. Девки натренированы, на букет не лезут. Итак, друзья, 6 часов мы на перецепе в храме. Пам-пам-пам! Ну что, на фестиваль я пришла пробовать стауты, потому что люблю я именно стауты. Сегодня как-то день не задался, я обычно люблю стауты и портеры, но сегодня как-то даже великие датчане не сделали мой день, поэтому я сегодня пью больше светлое пиво. Я люблю пиво ИПА. Тут оно вкусное. Не, оно горькое. Я бы поставила приоритет розовому пиву. То есть я попробовала самые лучшие стауты, которые здесь были в первую очередь. После них все наши стауты мне показались не очень. Попробовала практически все. Понравился «Медный всадник». Это Ижевска, по-моему. Мне особенно понравился сегодня «Глечев». Прям я вот, особенно который «Блонде». Пиво я все попробовал, мне ничего не понравилось, я люблю водку. Вообще, я профессионально занимаюсь плеснами, а сам не пью, пивчик презираю. Я не пью, это Пашкина! Стаут от нидерландского производителя. Демолин, я так понимаю, он называется. Оно как розовое вино. И в то же время это пиво. Еще хочу пинту попробовать, потому что все-таки пинта белый робот, это классно. Наши стауты все-таки более легкие, более простые. А вообще здорово и классно, что людям таки прививают культуру пить нормальное вкусное пиво. И не зря, что вы не пришли сегодня сюда. Хорошо у нас на фестивале пива в Удмуртии. Знаете что? Люблю я этот маленький городишко.